Привет, друзья, это Лимон, да, новое видео, и вы спросите, почему ты так редко снимаешь видео? Ну, потому что дела и школа, и ты одновременно, ну, понятно. Сегодня я покажу, что я сделал за 4 дня, ну, и больше я уже не помню, вот почему я еще ролики не снимаю. World Canyerer, за Японскую империю, сейчас покажу. Вот мы заходим в наш любимый World Canyerer, да. Уже 3 видео по нему снят, наверное, пока буду визироваться. Блин, подписчика набрали вообще уже. Молодцы просто. Вот сейчас я вам покажу, что я за эти несколько дней сделала. Ой. Ну скажите громко. Так, ну вот так сделаем и все пока. В общем, заходим. Ой, не-не-не-не. Вот знаете, вот я вот сюда вот типа генерала. В общем, я открыл 43-й год. Наверное, еще пару. Вот это, да, великая, блин, японская империя. Красота, ребята, вы, наверное, сейчас офигели. В общем, рассказываю мой план. Я хочу продолжаем захватывать Советский Союз. Вот, уничтожаем его войска. Вот я тут со союзниками пытаюсь захватить города, уже под Бухарестом стою, кстати. Японцы, аниме в Москве и все такое, девушки и танки, ну вы поняли. Сейчас мы начнем продвигать все войска, которые клепаю. У меня очень много золота, очень много серебра и очень много нефти, которая нам как раз и помогает. Начинаем заниматься типичными делами. А в плане начинаем захватывать советские города. Ну, уже не советские. Так, вот. Тут пока что все. Вот эти войска начинаем подвигать. Вот эти. Они очень долго едут, потому что моя Японская империя настолько большая, что уже не лезет никуда. Да, вот тут у меня еще есть какая-то территория, я знаю, вот. В Африке, блин. Ну, вы понимаете, чем я занимался эти дни. Вот у меня тут в Азии война за Австралию. Наверное, мы сегодня в этой серии попробуем захватить Австралию и захватить Иран. Иран мне нужен, чтобы были красивые границы вот тут. Думаю, вы видите. А вот эти войска, которые появляются, все начинают отправляться в Азию, в Советский Союз. Чтобы начать захватывать. Вот, видите, сколько у меня вообще танков? Бронированная армада Японской империи. Я вот скажу тактику, чтобы играть за Японскую империю. Сначала вы захватываете, вот начинаете воевать в Китае. После чего еще тут очень начинаете сильно отсюда войска отправляете на Советский Союз. После чего я захватил Монголию и начал атаковать весь Китай. И потом взял вот эти острова, Индию и все остальное. Гайд, как захватить мир за Японскую империю, чек. Вот я тут острова уже взял некоторые. Вот, видите, Японию, конечно, обстреливают, но не страшно. Главное, что она у нас вообще есть. Продолжаем, значит, заниматься всяким по типу клепания танков. Моя армия вообще начала специализироваться только на танках, потому что мне нужно куда-то девать нефть. Нефти у нас как много, мы ее тратим на танки. Танки — это хорошо. Я вообще сейчас могу купить супер-люпер-пупер-танк. О, за 240. Вот тут у меня тут все идеально. Везде, вот в Советском Союзе везде можно практически купить танки. Что очень радует. Чуваки, следующий ход. Вот, да, только в этой вселенной великой стала Японская империя, а проиграла, к сожалению, Германия. Ну, вы сами видите, Германия, Берлин английский, тут Будапешт. Короче, тут только Италия пытается с Испанией воевать в Африке. Понятно, да? Ситуэйшн мировой. Я вообще начинаю воевать с Ираном, чтобы сделать красивые границы. Красивые границы — это залог красивой империи. Если красивая империя, значит, ауф, короче. Так, подгоняем войска. Все, которые у меня есть,
чтобы они воевали с Ираном. Мы скоро его, кстати, может, захватим уже. Вот у меня тут проблема с египтянами. Они все время высаживаются на вот этот остров. Продолжаем заниматься анханалией в нашей любимой, как его там, Африке Нижней. Наши, вот, то же самое и с Италией. Вот тут дофига наших территорий было. А, продолжаем захватывать Австралию, потому что Австралия — это хорошо, там прыгают кенгуру. Ну, вы меня поняли. Так, я начинаю уже потихоньку, скоро захвачу Австралию. Наверное, в этой серии мы покажем, как я захвачу... захвачу. Главный залог я захвачу. Залог. И потом, наверное, когда-то я отправлюсь в Америку дальше воевать. Просто, ну, такие войска а-ля нужно отправить куда-то. А-ля, чтобы воевали, как говорится. Так, продолжаем высадку уже на нашей территории, чтобы продолжать воевать с Ой, какими япошками? Я же за япошек, боже. Короче, продолжаем воевать. Начинаем все захватывать. Залог... Так, гайд для чайников. Залог хорошей империи. Итак, это... Первое, это красивые границы. Второе, это много техники. Очень я тоже этот остров хочу захватить. Третье, там еще что-то, и еще что-то стихое, как вы меня поняли. Надеюсь, мы с вами наберем 50 и больше подписчиков к Новому году, и мне кажется, это возможно. Так что давайте сейчас я все войска отправлю. Наверное, да, еще сниму видео по World Conqueror в 43-м году. У нас там как раз есть все такое, так что у нас есть шанс снять еще ролик. Мне кажется, пожалуйста, напишите хотя бы один комментарий, хотите ли вы, чтобы я снимал World Conqueror. Нравится ли вам вообще, что я его снимаю и все такое. Надеюсь, что вам нравится. Так, ладно, продолжаем заниматься нужным, а именно пытаемся уничтожить вот этот несчастный бункер на окраине этого, ну, вы поняли, Кавказа, короче. Захватим еще какой-то безымянный городок, который, видимо, пригодится. Вот он, вот, не Бухарест, и вот он. Я вообще прошел много кампанию, и это очень, кстати, помогает в войнах. Ну, короче, развивается всякая стратежка. Думаю, вы меня понимаете. Вот, начинаем захватывать города. Я уже спокойно захватил нужные нам города. И вы знаете, как правильно пользоваться такой техникой, которая почти нет здоровья? Их надо отправлять на мины. Мины — это зло, вот во всех играх. Вот не видишь, не видишь, и наступил, и вообще плохо стало тебе. Не в кайф. Я скоро, видимо, уже по ходу, видимо, в Минск, ой, Варшаву возьму, все такое. Ну, то есть вы видите, мои старания... Короче, вы поняли, почему я не снимал все это время ролики. Я захватывал мир. Может, Таур Эмпайр, кстати, еще снять, не знаю. Канал стратегии. Ну и других игрушек. Знаете, почему я снимаю только World Conqueror пока? Потому что у меня нету... То есть, пока я не вижу игрушку, которую можно достойно обозревать и... короче, нужно, чтобы мое сердечко в топ попало. World War Heroes сниму, по-любому. Это тоже отдельное место в сердечке моем занимает. Так что это мы тоже на заметочку оставим. А что мы имеем? Ну, мы имеем. Мы имеем. Все нормально. А, значит, еще что мы делаем в это время? Мы еще начинаем... Короче, по старинке клепаем танки. Танки — это... Не думайте, что это реклама World of Tanks, потому что у меня тут... Если взять армию из людей, которые у меня есть, и армия танков, то тут людей будет намного меньше, чем танков. Это залог успеха. И мне опять что-то пришло ненужное, и все такое. Короче, понятно, думаю вам. Везде, во всех советских городах есть плюс. Потому что тут можно сделать много танков. Вот у меня тут вообще можно все сделать. Ляпута!
О, у меня уже я больше Америки и Европы просто. Вот настолько я разъелся. Вот, ребят, чисто вот. Венгрия в Брюссельсе, столица Бельгии. Весело тут, ребят. Я же вам говорю, скачайте эту игру. Это прям, знаете, идеально просто будет. Вам зайдет. Это, знаете, отдельный вид искусства. Как боты и другие играют в World Conqueror. Так, отлично. Мы спокойно уничтожаемы. Мы уже скоро Краков возьмем. Продолжаем двигать войска. Наверное, сейчас самое интересное, в основном, давайте сейчас перелесну в Австралии. Тут у нас вообще уже все готово. Тут все заебумба. Ну, я говорю вам. Заебумба. Так, продолжаем заниматься тем, что надо. Двигаем всех, прям вот всех, все, кто у меня есть, в Австралию. У меня очень много войск, поэтому некоторые, может, я буду пропускать. Ну, это реально сложно все двигать, это занимает много времени, и ролик, наверное, обрезать где-то. Ну, короче, дофига. А у Ремены мне приходится это делать. Начинаем двигать, уже нужны нам войска, мы начнем атаковать остров. Потому что нам нужно полностью выгнать США из Тихого океана. И у меня, кстати, есть шанс это сделать. Вот пока вот на войска, которые на воде, чуть-чуть потрогаем туда-сюда. Потом, после взятия острова, я, наверное, дофига войск возьму и отправлюсь вот в Лос-Анджелес. Японцы в Лос-Анджелесе. Что может быть лучше? Расскажите мне, ребят. Продолжаем захватывать Тегеран, Иран в Тегеран. И мне вообще нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно выйти в воду и начать полное обстреливание нашего друга. Какого друга? Не знаю. В общем, сейчас у меня есть вообще тут авиация. Все. Тебе конец, Иран, тебе конец. А нет, ему не конец, потому что нам нельзя обстреливать. Эхе, несправедливо. Как это несправедливо бывает? Ну ладно. Продолжаем заниматься нужным вещами. Ну, шучу. Для кого-то ненужными. Так, что еще? А, ну вот эти войска давайте подвигаем. Они нам тоже, в принципе, нужны. Так, вот так, да. Давайте продолжим. Да, сейчас все войска надо подвигать чуть-чуть, чтобы спокойно уничтожить Япон. 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 Ну, понятно. Так, продолжаем. О боже, сколько у меня техники. Это же как не вовремя начинают писать просто. Прям вовремя, вовремя, Короче, продолжаем. Я всякую чехурду несу. Короче, пока заканчиваем ход, это будет долго. Это очень долго. Италия нигде. А, не, Италия просто просверлила дырку сквозь. Сквозь, короче, этот, ну, пофиг, короче. Так, я уже взял Австралию, у нас все отлично, я уже просто в Австралию. Вот есть мем, я в Париже, и, видимо, скоро я буду за японца, и он будет делать то же самое. Я в Париже. О, боже, мне там что-то разносят в квартире, это не очень хорошо. Это не есть хорошо. Потому что если разносят квартиру, значит тебе будет плохо. А если тебе будет плохо, значит ты не посмотришь мои видео. А если тебе будет не посмотришь мои видео, значит ты не посмотришь мои видео. Логично, логично. Так что продолжаем заниматься нужными делами. А это именно захватывать Тегеран. Так.
Что у меня вообще на востоке? А на востоке я уничтожаю Варшаву. Не в обиду Польше. Шучу. Нет. Хотя Польши уже нету, тут Советский Союз. Надо так, что Советский Союз, прости. Сори. Моя армия специализируется на девушках и танках, наверное, как я думаю. Возьмем Краков, Чехословакия у нас теперь, видимо, и Австрия, это чисто Советский Союз. Ред Алерт за Японскую империю. Чисто. А, ну все, ребят, я уже... Все, ребят, я под Будапештом. Все, я уже... Все, я мафиозник. Я уже нахожусь под логовом Венгрии, который взят. Но она почему-то живет. Логик. Обыкновенный логик. Так, а что мне делать вообще? Объясните мне. А, Хельсинки и Ленинград брать, точно. Зачем же мне такие войска? Правильно, чтобы их про того в нашей любимой... Ребят, я под Ригой. Японцы, блин, под Ригой. Не повезло, никому не повезло. Все будут есть суши. Все будут есть суши. А пока войска пусть постоят. Пока, думаю, им не надо двигаться. Пока нормально. Пока терпимо, можно не двигать войска. Пока у нас все отлично. Так, США вообще ничего не делает. То есть она тупо сидит на месте, она даже тут не воюет. США, ты что? Ты же... Ну... Кому я объясняю, США? Сама скажи мне, кому я объясняю? Бум! 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 Все, бум сделал. Мне кажется, я могу уже убирать отсюда войска, потому что я уже без них справлюсь с Тигеран Даун-Даун. Ой, что-то меня повело. Повело меня чуть-чуть. Ладно, продолжаем двигаться в последнему городу Австралии. И после того, как я его захвачу, у меня все будет хорошо. Австралия падет. Вот знаете, вот в начале игр думаешь, блин, я такой слабый, у меня вообще ничего нету и все такое. Но нет, на самом деле нужна тактика. Если есть тактика, значит, все будет хорошо. Даже так в жизни работает. Так, отлично. Что мы имеем? А мы имеем все хорошо. Ребят, думаю, вы же протянете еще несколько ходов без подкрепления. Думаю, нормально. Думаю, просидите. Нормально. А русские выживут. Так, ай, меня тут кусают. Как вы видите, ну, не, как вы видите, не видите, к сожалению. Так, продолжаем заниматься Варшавой. Нашим, еще наш любимый мем есть, типа, бум, бум. Главное, знаете, вот как брать города, мне кажется, в этой игре? Нужно брать их в окружение, потому что в окружении ты больше уничтожаешь, то есть у тебя больше войск, то есть ты можешь больше нанести удар. И как вы видите, я скоро возьму Варшаву. Краков пал, упади, Краков, молодец. Все, Краков взят, я под Будапештом, держись, Венгрия. Почему, вот вы мне объясни, как Рейх умудрился мне сейчас проиграть? Даже просто. Обычно бывает, что Рейх захватывает все тут, потом захватывает тут все, Япония захватывает тут все. Вот, а потом только в США врубаются. Тут они даже не врубаются. Тут только они плывут. Как и в Первую мировую. Следующий ход. Давайте следующий ход. А, да. Тут происходит что-то. Но, мне кажется, моя Европа вся будет моя Европа. Ай, меня тут кусают. Помогите. Помогите.
Меня тут сильно кусают. Бум. 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 А, давай, бум. Да, блин. Да, все. Ребят, мы смогли. Все, пожалуйста. Теперь у нас есть Иран. Теперь мы молодцы. Продолжаем заниматься вакханалией. Я еще возьму Ленинград. Пока наши друзья пытаются взять... Ай, меня тут сильно кусают. Кошмар. Вы не представляете, как это больно. Это же ужасно просто. Ребята, не представляете. Ай, меня всего искусали. Так что мне при... Блин, вот все, я сейчас пока... Ай, блин, это больно. О, все, Ленинград мой, я молодец. Видите, у меня тут дофига целей сделано с помощью этих новейших танков. Так, бум, Варшава, конец, давай, бум. 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 Давай, 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 бум. Давай еще раз, бум. Еще, бум. Молодец, молодец. Скушай полки, огурец. Так, ладно. Продолжаем заниматься нужными делами. А именно анханалии в Африке. Чек. Все, пожалуйста, мы супер империя. Дарт Вейдер мир нервно курит в сторонке. Ой, какой приятный звук. Это же что-то просто. Нам еще надо как-то уничтожить вообще существование Австралии и всего такого. Надо подвигать войска, чтобы они не застаивались на одном месте. И вообще нужны танки. Танки это надо. Ай, красота! Ну, может, сейчас Ближний Восток взять? Может, повторим? Анкара не надо. Багдад, наверное, надо. Вот, может, что-то тут захвачу, кто его знает. Что бы мне взять? Чем бы заняться Великой Японской империей, а? А то мне скучно. А, ну все, я под Прагой. Вот, ребят, чисто вот представьте. Японские, блин, танки под Прагой. Это же что-то. Вот, ребят, чисто, ни в одной стратегии такое не увидите. Потому что там все в стратегии. Тут вы, блин, можете за... Не знаю, тут Люксембург, к сожалению, нет, но тут за Бельгию, блин, можно мир захватить, там, не знаю. Эта игра, это для любителей войны. Это что-то. Давай, следующий ход. Ай, как нехорошо вы поступили сейчас, англичане, вообще. Не надо так поступать. Чая хлебы, так не надо делать, слышите? Учитесь у дяди Ильи. Вам он плохого не подскажет. Он не говорит никакого плохого. Сейчас Рига моя будет. Смотрите, на изиче. Так, что мы имеем? А мы не имеем ничего, шучу. Мы имеем все. Захватываем Варшаву. Пожалуйста, Варшава наша. Все. Кто вот сейчас решают какие-то политические споры? Нет, это все будет мое. Мое это успех. Я, может, сейчас и Прагу возьму, кто его знает. О, красота! Блицкриг Японии. Нечего сказать. А танки мы отправляем в Багдад, чтобы захватить наши войска. Захватить и объединить наши войска, которые вот эти гады мешают. Что мне еще сделать? Мне бы что-то поставить, не знаю. О, да, точно, у меня же еще много чего внизу, в Японии. Тут же много чего можно забить. А бум. О, нет, мой последний этот.
мой последний... Моя последняя пушка. Зато у меня куча танков. World of Tanks, жди меня. Кстати, может, я World of Tanks сниму? World of Tanks, держись. Так, давайте следующий ход. И давайте подведем итоги. Что мы смогли? Вот, давайте посмотрим. Ну, первое, вот это. Да, да, вот это. Второе. Сегодня мы взяли Минск. Ну, то есть, я взял, мы взяли с вами Ленинград. Мы взяли Иран. Мы взяли много Африки. Мы захватили всю Австралию. Вот, да, тут. Мы с вами взяли Варшаву. И, наверное, скоро уже возьмем Ригу и все такое. Ну что ж, дорогие друзья. Ой, нет. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, по-любому, подписочка. Потому что уже скоро у меня будет 50 подписчиков. Столько уже пути прошли мои лимоны. Поэтому всем пока-пока.